Прокуратура ежегодно защищает интересы граждан. О том, куда и в какой форме может обратиться гражданин за правовой поддержкой, наш следующий сюжет. Защита прав граждан у нас является одним из приоритетных направлений прокурорского надзора. В первом полугодии 2023 года прокуратурой выявлено более 300 нарушений закона, по которым внесено 126 представлений, привлечено к дисциплинарной ответственности 112 должностных лиц. 35 лиц наказано в административном порядке. По материалам общенадзорной проверки возбуждено одно уголовное дело. В суд направлено 15 исковых заявлений о взыскании более 2,5 миллиона рублей. Естественно, своевременность и полнота выплаты заработной платы гражданам, находящимся на территории, работающим на территории Амурского муниципального района, стоит под особым контролем прокуратуры. У нас на территории района основные должники — это были два муниципальных предприятия. Это пассажирское автотранспортное предприятие «Амурский расчетно-кассовый центр» и управляющая компания, осуществляющая управление многоквартирными домами в поселке Эльбан ООО «Ресурс». По мерам прокурорского реагирования в первом полугодии 2023 года погашено задолженности на сумму более 18 миллионов рублей. На контроле у нас остается два предприятия. Это пассажирское транспортное предприятие и управляющая компания ООО «Ресурс». Естественно, за невыплату, за нарушение сроков выплаты заработной платы, либо невыплату в полном объеме заработной платы, предусмотрена административная ответственность вплоть до дисквалификации руководителя, а также уголовная ответственность, предусмотрена статьей 145 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. В этом году нами использовано такое право по защите прав несовершеннолетних. К примеру, к нам обратилась законный представитель несовершеннолетнего, который болеет диабетом, с просьбой обратиться в суд и взыскать денежные средства, которые были ими потрачены на приобретение медицинских изделий, положенных для страдающих таким заболеванием, как диабет, и лекарственных препаратов. Мы провели проверку и обратились в Центральный районный суд города Хабаровска с исковым заявлением в интересах несовершеннолетнего. Суд с учетом требований прокурора принял решение о взыскании данных денежных средств в сумме около 200 тысяч рублей. В первом полугодии у нас было совершено убийство молодой женщины. Она являлась матерью-одиночкой. Без ее попечения остались двое малолетних детей. Это 4 года и 1,5 года. Мы в рамках рассмотрения уголовного дела, нами было заявлено исковое заявление о возмещении морального вреда на каждого ребенка по 1 миллиону рублей. Суд взыскал денежные средства морального вреда на сумму 2 миллиона рублей, то есть по 1 миллиону на каждого ребенка. Граждане Амурского района могут вправе обращаться на личный прием прокурору, который у нас проводится каждый понедельник с 9 утра до 12 часов. С 2 до 18 часов прием ведут работники прокуратуры, помощники прокурора городского. Также могут они обратиться через интернет-сайты. У нас имеется единый портал прокуратуры, куда они могут подать заявление в электронном виде, которое, соответственно, поступит уже на разрешение прокурору.